Здорово. Привет. Представься. Ора. Кто твой оппонент сегодня? Тао, пацанчик с района, андеграунд, там все дела. Ты вообще рад ему или нет? Да я, в принципе, не знаю, кто это, как бы, и готовился, никакой недооценки. Будет жарко. Что думаешь о сезоне вообще, в принципе? В принципе, офигенная движуха. Хоть что-то у нас в городе вообще происходит. Так, только за. Офигенная тема. Я красавцы, понял тебя. Пацаны. Удачи тебе сегодня. Спасибо. Здорово. Здорово. Представься. Тао мао фао джао лао као пао, ебать. Как настроено батл? Вообще охуительно. Что скажешь об оппоненте своем? Оппоненте? Ну, знаю парня так чисто, на визуально, а так, что про него сказать не знаю, но, наверное, он неплох. Что думаешь насчет сезона вообще? Какого сезона? В котором ты участвуешь. А, ну, мне честно нравится эта движуха, потому что, ну, вы молодцы, ребята, тем, что, ну, не даете загнить этому городу, блядь, в плане рэпа. Раньше мы не давали, а сейчас вы не даете, молодцы. Рады этому слышать. Удачи тебе сегодня. Спасибо. Всем привет, это Арена Battle Rap. Дайте максимум шуму. МС слева, представься. Дао мао фао джао лао као пао, е! МС справа, представься. Оранж. Давай, давай. Раз, раз. Та-ра-та-та-та, заряжай. Первый бит. Слышно нормально, все? Че, готов? Залетает тебе в голову, слышится голоса. Тёма на батле хочет полностью выжать все показания. Тёма андеграунд и села простой пацан. Тёма сел на карта, Тёма сел просто посадят. А не слава героям и твой талант нулевой. Тупо на батле факты катать, но ты не батловый воин. Ты монотонный и пустой, все это правда не талант. У них деды воевали, батл гавра и гриба. Тогда на стоп, нет, зритель постой. Лучше не будет, это мамин МС. Это МС маминой подруги. Такие люди, а не кто-то орут. Дай на лайтах, это так, ведь только начало. Тёме белый флаг, это факт, и там встречаем. Ставки удвоим, давай Тёма покажем. Если батлить по-мужски, то с проигравшего в активу, топтали весь этот путь. Все, кто меня против, закройте паник путь. Да, мы истоптали, топтали весь этот путь. Все, кто меня против, закройте паник путь. Да, мы истоптали, топтали весь этот путь. Все, кто меня против, закроют ебальник путь. Да, мы стоптали, топтали весь этот путь. Все, кто меня против, закроют ебальник путь. Это разогрев. Красавчик, красавчик, давай. Это вот я помню, что я не пойду. Давайте, яу-яу-яу, там мафау, джау, лау, кау. Этот минус такой же уебищный, как мой оппонент. Раз, два, три, четыре. Я, позовите сюда скриптонита, я не знаю, Фейса позовите. Почему тут без него? Подождите, подождите, что творится? Посмотрите на жесткий барьер, на-на-на-на, нахуярил, не-не-не-не, исправили, я подсолил, подсвидал, на ту тирает какую-то дичь, жирдыч по батлу. Ребята, батлы, посылаю себя в пизду. Блядь, пиздец, извините, релоад, релоад, ребят, релоад. Короче, извините, конечно, бля, хотел красиво, но получится зашкварно, ебать, ну похуй, что делать. Давай, Илон, поддержим, сделай, поддержим, брат. Больше шума! Просто я хуй его знаю, как писать на это, выебанский минус было, вот я писал, блядь. Сам охуел. Давай, 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 давай. И давай громче делай, ебать, все, поблажить Тау не будет, нахуй. Эй, эй, эй. Скриптонита, позовите еще раз, блядь. Посмотрите, да жесткий парень, на-на-на-на, нахуярил, не-не-не-не-не, исправил, то ли по целями, то ли по спитами, на ту тирает какую-то дичь, летишь по батлу. Ребята, батлер собирает хуй себе во рту, дайте объяву,
кассеты, мсит оружит и щелду. Я сливаю батл прямо тебе в очко. Сую тебе в очко 140 кабачков. Большой лебедев кабачков. И все обесценит, такой не один. Непобедимый ёбский стиль. Бил, пробил, забыл твой час. И где-то на школу, я выдохну газ. Бля, извините, бля, вообще не был. Бля. Это позор. Давайте еще раз, последний раз, пожалуйста. Давайте еще раз, бля. Посмотрите на жесткий парень, на хуярину, не исправен, то ли по царями, то ли по спирами, на ту тирать, как у дедички, не клич по батлу. Ребята, батлер собирает хуй себя во рту. Дайте объяву в газету, МС Оранж и Шнилду. Я сливаю раунд, даю тебе фору в очко. Ты же любишь в очко, очень глубоко. Ты же любишь у большой любитель кабачков. МС Апельсин, такой не один, оригинальный убитый стиль. Эдди Билл пробил в участок, новая школа, пустой класс. Нас тут немало победало рэпа в этом городе. Но золото есть повода, да. Я тут злодей, много МС тут на колени. Сейчас стоит на колени. Ой, блядь, все, давайте, все, блядь, я сливаю этот первый раунд, это хуйня чистая, все, давайте. Дальше будет сильно, не переживайте, я просто его, блядь, не выучил, нормально. Давайте. Давай, второй раунд, я сливаю, братан, ты лучший, да, давай. Ае, твоей дикции нет конца. Ты отсосешь второй раунд, как же и так, как и первый отсосал, ебать. Начнем. Так, на бите Никсон, я не вижу бой на бите, ты кто? Ты хотел текст записать, но а после забатлить, но в голове синтол. После батлил и не падает, видимо, фаворит. Но я батли индобатловских пидоров проходил. Так, не пизди ты без того чпанки, нет ума, еще ты нет памперс. Хочешь бесконечного хайпа? Со школой так не расстался, вовсе легче и не пытайся открыть свою полость. Я зачитал три раунда, скажи, сорвал голос. Да я на подарок, но куда тебе видано? Колени стерты в голове, бита Нигана. Ебало юмориста, обида всех этих пидоров. Мне похуй, вы хотите бэтла? Тогда держи давай. Да я начинаю тараторить по битам, но тебе до этого на батле тупо не видно. Но ты хотел меня обидеть, ты хотел поюморить, но не получилось, правда, сука, это не беда. Факты добавь, но ты тупо не сы. Тема могучий, нажди на язык. Я на бите, факты не дев, всякая неделя. Ну, знай, что я фаворит. С ложка трясти, трясти, бабло. Сейчас поблажек не будет, парень, и все, не обижайся. Сложка, тряси. Эй, Талма, Фау, Чао, Лау, Као здесь. Шуму! Ебать. Вытирайте ноги при входе, ебаный, тут грязно. Я полмочу тебя здесь унизить, ты позолоченный петух, я медный гризли. Слишком жирный, слишком бородатый, иди сюда, сука, ебану тебя лапой. Я пиздатый, как кола с виски, заливаю на биты и иду на риски. Там тёлки говорили, какой-то Лёша искренний, он такой нежный, лизал мы риски. Бау! Как я угадал, это 9-9-9-9-9-9 баллов. Салавлю, как брата бисту на генерал. Ты кипадуешь от отрыв, питерский парад. Мал андеграунда на этой стрим пати. Я ветеринар, уберите эту падаль. Много хайпа, много вайба. Дайте трэша, Лёша, поебалу. Да ладно тебе, ты же голубой берет. Вместо трэш, бутылка, бежи голубой, блед. Здесь стиль, а ты дед, грайба. Двайба, мессия, я вас ославляю. Пойди нахуй здание. Покинь этот круг. Я считаю его мысли, там реально крут. Потеряйте ноги при входе. Вытирайте ноги при входе, Лёша здесь фаворит. Вытирайте ноги при входе, Лёша здесь половик. Посмотри скорее, скоро я боюсь его раздавить. Вытирайте ноги при входе, Лёша здесь половик. Вытирайте ноги при входе, я боюсь его раздавить. Рэп! Дайте шум, ладно ему, дайте шум. Ты
Привет, чувак опасный, или хотя бы 100%, стоп, нет. Ебало басты, ну где же тут батовые? Они говорили, что все плачевно, и все удары мне в челюсть. Сука с бородой принимает Макгрегора челюсть. Вава лайки, най-най-най-най, давай сюда. Слюшко, слышно, и кота в зале Тао и Гриба. А после судьи скажет мне: Алёша, жаль, ты не прошел. Достану хера после батва Дима, выставит очко. Никчемный, о чем ты? Нет речи даже обои. Рифману три раза слово черный подряд на отборе. Какой-то ван. Какие перспективы? Я на припеве, ну так что Тао съебался за пивом. Это наоборот батл, мы любим забухать. Это наоборот батл, да, мы любим чужих мам. Это наоборот батл, но это, блядь, не минус. Это наоборот батл. Да, мы любим забухать. Это наоборот батл. Да, мы любим затусить. Это наоборот батл. Да, мы любим чужих мам. Это наоборот батл, но, блядь, не эти минуса. Давай ты продолжай. Yeah, сука, раунд. Яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу. Вась, вы молодцы, конечно, этой тусой, но не очень. Рэп-баттлеры чистые пиздоболы. Рэп-баттлеры чистые пиздоболы, я это подтверждаю. Я не люблю рэп-баттл, это про вас. Почему это слабатлица? Не бить лица, дабы прослабиться. Фейс под шар, кандидат полиции. Перса в ушах, лучше не палиться. Ваша коалиция проходит мимо улицы. Ваш грайм суд не позов курицы. Эта путаница скоро развяжется. Ваш храм развали старый пьяница. Сегодня пятница, сегодня вторник, похуй. Тау хламе, значит норме. Черный бомбер, черный найт. Черные ночи, черный хайп, как пожор, да нет. Это просто старый новорос рэп. Это просто наглый район номер три. Это просто бойки, хипят внутри. Клик-клак, что хуй на панче. Фарелик, я батла давно уже падше. Андер тут и все бегут. То супер бьет, то супер зуб. Хуй, блядь, то не могет. А кому-то просто тяжко. А кому-то просто тяжко. Эй, это ваше слово. Все не так и все не то. Это Тао, Тао, Тао. Это Тао, это разминка. Хуже, чем на ринге. Лучший собес, чем у Стивенька Кинга. Я читаю книгу, я считаю, с быбом, я считаю сильно. Дайте крики, арена. Это мой раунд, да. Ребята, я не знаю, что это было, но это было очень жарко. Ну что, нам подвести итоги теперь. Давайте проголосуем. Фига, что ты скажешь? Ну, мне очень понравилось, как бы ребята выложились, было неплохо. Тао Мао Пао был очень харизматичен, но я все-таки за Оранжа проголосую. Он без зашкваров как бы выложился. Но это будет справедливо. Ну, подготовленный парень, очень молодец, большой молодец. Вася, что за тараторки? Ты мне объясни. Чистый по-братски, ну ты что, серьезно? Я вообще не ожидал от тебя. Красавчик, что-то меня пытался обидеть там. Дима, очко, ничего не понял. Вот клянусь, из вашего батла ни одной строчки не запомнил. Них, вот кто-нибудь запомнил хоть одну строчку? Скажет мне? Просто плохо слышно было. Ну, братан, в этом состязании он вышел победителем. Тут базара без. Здравствуйте всем. Вот слева, это чисто харизма и работа с залом. Вот чисто это круто очень, на самом деле. Но я отдам все равно. Правильно, да. Спасибо. Итак, победил 3-0 Оранж. Дайте максимум шуму. Давайте тусите дальше, Арина Батл.